Ну давай испробуем. Бляха. А что она вниз-то падает? Бляха. О-о-о-о! А взорвалась, нет? Я буду пока там хранить добро. Вот. Куда побежал, дружище? Ты что там увидел? Э, а там что? Расскажи, я тоже посмотрю, мне интересно. Я тоже посмеюсь. Что там такое? Дружбан, что ты там увидел? Тайник? Все, 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 прекращайте, прекращайте, прекращайте. Разряжаться они умеют? Ау, ау, ау. Нормально кинул. Водочку, значит, тут распивали, да? Не, чтоб зону защищать, они тут водяру хлещут. Так, конфискация, конфискация спиртного. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Сталкер. Итак, серию я записываю заранее, поэтому все равно пишите под прошлой серией, все равно пишите комментарии, я их прочитаю. Вот, какие-то я уже прочитал. Вот. Так что так, надеюсь, со звуком записывается. Вроде настройки я проверил все. И со звуком, надеюсь, все в порядке. Итак, вы там написали, короче, мне, что попробовать гранату кинуть. Гранату или с дробовика стрельнуть, короче. Здесь по-любому должен быть лаз, вот какой-то. Потому что как-то же все-таки тайник... Ну, владелец этого тайника его спрятал как-то же. Как-то же. Вот. Поэтому давайте испробуем. Но почему-то мне так кажется, что вот эти вот ящики, они не разбиваются. Ну, давай испробуем. Бляха. Че за дичь? Ну, я только так могу, короче. А что она вниз-то падает? Я, короче, сейчас укокошу себя. Я себя сейчас укокошу, короче, и вообще будет шикардос. Короче, как-то надо... здесь вот она проваливается, да? Да, короче, как-то кинуть так, чтобы... Бляха. А чё на это? Я, короче, все гранаты. Ладно, сдохну, так сдохну. Так, как бы так его рвать, чтобы она рванула, то как бы так сделать-то? О! А взорвалась, нет? Бляха, хотя бы посмотреть, взорвалась она. Взорвались эти ящики? Погоди, по-моему, взорвались. По-моему, я там их не вижу. А, нет. Все-таки, по-моему, стоят. Да, вон они стоят, короче. Так что с гранатами фигня какая-то получается. Короче, все подзорвалось. Нормально. Эксперименты тоже хорошо. Давай попробуем с ружья, не знаю, бляха, вот лестницу можно было бы перейти. Да фигушки тут. Тут надо как-то, я не знаю. Либо он там через низ как-то забираться, либо, блин, мне скорее кажется через крышу. Ну как мне через крышу попасть? Как мне? Во, да ладно, я пролез. А почему я не смог пролезть в прошлый раз? Почему я в прошлый раз не смог пролезть? За вечер похудел, пока сидел у костра, что ли? Так, мне теперь надо главное... Оп, хорошо. Так, патроны. Аптечки.
Шикардос. Шикардос. А вот и рюкзак. А вот и рюкзак. Блин, прикинь, такую вот вкуснятину я чуть не это не оставил здесь. Похлебка, смотри, какая-то. Это овсянка или перловка? Окей. А вот так, вот теперь, да, вот теперь это да. Вот это да, это да. Так, а теперь, что у нас там по плану? Напоминаю, мы двигаемся с вами, короче, к Сидоровичу. Так, а сейф на ферме. На ферме нашел полузакопанный сейф. Буду пока там хранить добро. Вот. Так, идем на ферму. Идем на ферму. Это нам вон туда. Псин много бегает, конечно. Это нам сюда. А, свои. Ой, тем более друг. Куда побежал, дружище? Ты что там увидел? А там что? Расскажи, я тоже посмотрю, мне интересно. Я тоже посмеюсь. Что там такое? Дружбан, что ты там увидел? Тайник? Да и что там? Мутант? Бляха, я ж проголодался. Так, а что берем? У нас батон есть, короче. Давай батончик сожрем. И, наверное... Давай батончик с тушенкой. Ями. Ям-ям-ям. Ладно, чувак, я тебя не буду беспокоить. Занимайся своими делами, короче, я пошел. Так, я пошел на ферму. Угу. Здесь у нас... Тихо. Кто там? Кто там? Осторожно, чужой! Чужой. А я не помню, мы эту ферму вообще лутали, смотрели? По-моему, нет, мы просто мимо пробежали тогда. Короче, свои здесь. Свои здесь бегают, короче. Нормаль. Давай-ка мы осмотрим, короче, эту ферму. Раз уже за тайником пришли, почему бы не воспользоваться моментом и не осмотреть ферму? Трупец. Трупец какому-то Ваське пирату пришел капец. Полный звездец. Так, окей, журналы. Операция, так, это мы все взяли, это мы все посмотрели. Ага, что у нас по справке? По справке у нас тоже ничего нового нет. Идем дальше. Идем дальше. Кстати, да, я сказал то, что да, я камеру спустил немножко все равно вниз, чтобы мини-карта вам было видно. Так, плоть. Они, короче, плоть убили. А у плоти здесь ничего нет. А у плоти ничего нет. А вообще, с плоти там что-нибудь вываливается, нет? Оружие убрал. Да хорош, да ладно тебе. Да ладно, что-то убери. Да ладно, что ты сразу-то? Что ты сразу-то? А? Гляжу, ты тут не особо пока ориентируешься, так сразу предупреждаю по-соседски. С вояками не связывайся. Увидел вали к чертовой бабушке, а то мозгов у них ноль. Сначала очереди прошьют, а потом уже по документам поглядят, как звали. Это, по-моему, нам уже говорили, да? По-моему. Так, что тут нового, как есть? А чего тут нового может быть? Это же, считай, детский сад, ясельки. Правда, если не поболтаешься тут, за 5 минут в зоне накроешься, вот так. Умный всегда потешится, а потом уже к черту на рога лезет. Тем более, снарягой или оружием здесь разжиться можно, не вопрос. Все разживаются. Так, что тебе можно продать? Погоди. Я, кстати, могу тебе продать... У тебя баблосов дофигиста... Я тебе могу продать, короче, да, на тебе кокули собачьи. На тебе рот кровососа. На тебе такой вот. И вот такой, бляха. 50 рублей всего. Ну я тогда, ах ты. Я тогда что-нибудь заберу, наверное. Погоди, а вот это? А это тоже нет. А это тоже не подойдет.
Это тоже не подойдет. Так, ну хорош, ладно. Хорош, тебя хватит, надержи. Тебя хватит. Покеда. Да покеда, говорю. До встречи. Спасибо, с вами приятно иметь дело. Так. Нет, дружбан, а может тебе? Филька костлявый. Филька костлявый, здорово. Может тебе что продать? О, тебе-то я сейчас напихаю что-нибудь. Так, надержи. Надержи. И надержи. Хлоп. Хорошо. Потихонечку обживаемся деньгами. А вот и сейф. А вот и сейф. Ух ты, сколько аптечек. Аптечек просто на ура дают. На ура. Патронов бы так давали. Для автоматика. Для автомата бы патроны давали так. Для пистолета это нормально дают. А вот для автомата. Ну, для ружья тоже нормально дают. А вот для автомата нет. Юрка делец. Ты чего это пустой без защиты ходишь? Жить надоело, что ли? Тут же за каждым кустиком аномалия раз и в дамке. Тут без защиты даже пипи делать не рыпаются. Вмиг дозу схлопочешь. Так, окей. Что тут интересного? Застрял я тут, застрял, понимаешь? Домой хочу, а эти не пускаю, вот и все новости. Народ, правда, который в глубокую зону ходит, который матерый, так он всякое рассказывает. Ну и хабар бывает приносит, обзавидуешься. Говорят, там вообще есть места, что твои золотые россыпи бери не хочу. Не всякий, правда, туда дойдет. А еще меньше с прибылью вернуться. Окей. Так, а тебе, у тебя тоже 5 косарей, короче, надержи. Надержи. Все. С тебя довольно. Мне главное не продать свое, то, что вот у меня. Все хорошо. И сколько у нас по баблосам теперь? У нас по баблосам почти 58 штук, ты прикинь, 58 штук. За несколько часов просто. Так, окей, погнали, там кто? Там свой? А, дружбан. Дружбан, окей, так, погоди. Что у нас там теперь подальше? Бандитский склад, перехваченный бандитами ящик, обнаружен на чердаке центрального дома. Надо подготовить отряд и отбить его. Окей, идем туда. Идем туда. Не надо на ту сторону, там есть лаз. Кто помнит, да? А кстати, вояки-то появились, нет? Ну-ка, давай проверим. Эй, армейцы. 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 Армейцы, вы где? Вы тут? Нет? Вас не осталось больше, да? Я всех убил. И все теперь больше не появляются. Шикарно! Просто шикарно, можно теперь без проблем ходить здесь. Вот это да! Вот это тут привалило. Так. Окей. Вот и армеец лежит. А, ценности командира. Какие-то ценности командира где-то завалялись. Вот она. Вышка, временно оставил ящик, заберу, когда смогу. Так на вышке, так, а здесь вот на вышке я же это, там спрятал сам. Ладно, идем, короче. И тут я понимаю, схрон находится вот здесь, где бандюганы были. Это, знаешь, такой на толчке сидит. Опа! Ливер вылез. Окей. Так, надо как-то зайти. Вот здесь дыра. Так, ну я думаю... Ага. Ага, правильно думаю. Правильно, правильно думаю. Бляха! Да что? 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 Ты как меня назвал?
Ты как меня назвал, а? Упырь. Бляха, с ножом. Сейчас пекаль будем тратить. Давай, 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 где вы? Смотрите, кто тут колеса! Вот так. Вот так. Колеса к нему катят. Я еще не катил колеса. Я еще колеса не катил. Эх. Начался боевичок. Начался, мать его, боевичок, так сказать. Ну-ка, где они там? Давай, давай, давай. Дамка. Опа! Вот это снайперское было. Вот это как по-снайперски. Вот это я круто сейчас выстрелил. Так. Заберем. Бляха, там моего, короче, убили. Где? Хорошо, хорошо. Кстати, у бандюков было нормально лута. Как бы, ну... Не скажу, что вообще-вообще там что-то ценное такое, но по количеству нормально дают. В основном патроны от пекалей и от гадюки. Но это ж хорошо, тоже ж хорошо, да? Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Так, насобирал так. Вот у моего тут хлоп-хлоп-хлоп. Чтобы добро не пропадало. Это пустой. Эй, народ. Бляха, всех моих перебили, что ли? На карте у меня, кстати, виднеется, что... И здесь тоже, смотри. Сжигают трупы. Чё ж они все любят-то, это... Человечину-то. Сожженную. Так, ладно, погнали, короче... А я ж тут одного убил. Как он? Где он? Или он свалился, что ли, вниз? Так, хорошо. Ты где? Так, схрон где-то. Вот это? Это нет, это я, по-моему, оставлял, да? Да, это я оставлял. Ну ладно, я с собой заберу, чтобы это... Вон там где-то бегают, стреляют. Внизу, что ли, наверное? А, наверху. Я понял. Вот здесь. Хорошо. Я думаю, там справится, наверное, да? Жопу поджег, жопу поджег, жопу поджег. Так. Кого ты там стреляешь? Где? Покажи, я его убью. Где это говно? Да бляха! Собака сутулая. Уродец, а? Ну и где ты там бегаешь? Где ты там прячешься? Ну-ка покажись, а? Зассал, что ли? Ну и где ты? Кто он свалил? Прикинь, двое. Прикинь, двое.
Уже один. А, один мой. Да заткнись ты. Не махай. Где ты там труп? Где там труп? Где ты там убил? А, ладно, к черту. Окей. Здесь мы все собрали. Теперь у нас остается, короче. Смотри, еще вот здесь вот что-то. Ценности командира. Говорит, у командира есть хитрый ящик в кабинете. И там ценного добра навалом. Вот сюда можно. Здесь блокпост, по-моему. Так. Чердак на деревне. Ага. Тайник Ворпола. На чердаке тайник узнал от Ворпола. Нашу разведку местности проводили, проверим. А на чердаке тайник узнал у Ликова. Он много языком ляпал, мы его и пришили. Короче, идем в сторону Сидоровича. Теперь в сторону Сидоровича. Так, погоди, я тут что-то это... Выдохся. Я снова перегружен. Так, у нас, короче, основные тайники. Я вот выписал на бумажку себе основные тайники. У нас тайник у Сидоровича на свалке. Перед свалкой вышка. Потом армейцы, где агропром, короче. И пост долго на свалке. Вот эти вот, сколько их там, 5 тайников, вот эти, пока запоминаю. Потихоньку их будем, ну, зачищать. Но я думаю, блин, лут он все равно накапливается, все равно находится, поэтому я думаю, там наоборот будет копиться в этих тайниках. Я сейчас вот приду, и вообще я как бы планирую забрать то, что у меня здесь в тайнике, короче, вот там у Сидоровича. Все. Но я почему-то так предполагаю, что... Вояки. Я так предполагаю, что я туда наоборот сейчас наложу. Наложу лута туда сейчас. Здоров, чувак, сколько лет, сколько зим, а? Давно не виделись, а? Какую-то трубу принесли, или я ее просто не замечал. Так, ладно, окей, а здесь у нас что-то на чердаке где-то, да? Как-то на чердак надо попасть. Правильно же понимаю, нет? Бляха, напугал. Я думаю, что там шевелится, а это... А это сталкер. Я хорош, хорош, чтобы храпеть. Так, погоди. Меченый. Вот здесь. Так, 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 тайник. Я так предполагаю, что мы уже здесь ящик какой-то здесь находили, да, смотрели. Ну, я же говорю, рюкзак этот мы уже находили, смотрели. Поэтому он был пустой, потому что мы не узнавали про этот тайник. Вы-то хоть здесь не жарите никого на костре? Да бляха, дай пройти-то. Чё встал? Пусто. Пусто. Окей. Так. Вон там. Нормально, нормально он сыграл. Не унижайте чувака. Зашибись, он играет на гитаре. Тик, тик, тик. Тоже наверху, что ли, где-то? Или здесь в подвале? Здесь пусто. Где-то наверху, короче. На чердаке. Все нычки они делают на чердаках. Хорошо. Бляха, сильно перегружен. Что я такого тут понабирал-то? Что ж я так сильно перегружен? Кстати, а вот это... А, 0 килограмм, да, она весит? Эти штуки. Так. Что мне сожрать? О. Хотя бы так.
Сейчас все равно продадим, сейчас немножко освободим место. Как раз посмотрим, может у Сидоровича все-таки появилось там это, что там? Что мы там хотели купить-то? Гром. Может, у него гром появился? Это будет зашибись. Это будет очень ништяк, если появился гром. Здорово, Сидорович. Вернулся? Да. Так, а у нас здесь какашка. Бляха, а мне тут забирать-то нечего. Так-то. Так-то, если посудить, мне забирать здесь нечего. Мне только здесь выложить сюда. Ну окей. Я думаю, к Сидоровичу мы все равно будем возвращаться. Не один раз. Так, вот это я заберу. 5 штук. Хорошо. А, так, для пистолета, что это? Мне надо вот это. Так, хорошо, вот эти патроны. 37, да? Это у нас для чего? Это у нас базовый патрон. Бронебойная. Это для чего? Это для пистолета. У меня этого пистолета пока нет. Это мы скидываем. Так. С баллистическими какими-то патронами, короче. Характеристиками баллистическими. Улучшенными. Это для того пистолета, да? Ладно, пока оставим с собой. Так, батончик, колбаску, тушенку. Так, это все по 5, это все по 5. Это мы тоже выкладываем. Так, это мы тоже выкладываем. Нифига себе, 21 аптечка, ты прикинь. Ты прикинь, я тут налутал, да? 21 аптечка. Водяр, это сколько? Можно ящиками продавать. Окей. В принципе, вот так. Так, ну давай, показывай, что у тебя есть. С чем пришел? Спецзадания есть, в смысле? Какие спецзадания? Ты еще со старым не справился. Ну да, ну да. Так, окей. Бляха, и ничего у тебя нет. Вот упырь. Так, ладно, на, держи. Вот это. На, держи. Вот это. На, держи. Две штуки вот это. 5,5 косариков, нормально. Сейчас захаваю. Неплохо. Хороший товар. Ага, то. Молодец. Я доволен. Я тоже. Спасибо за твои бабки. Бабки за твои, спасибо. Так, окей. У нас есть еще один схрон. Он находится... Что у нас там по этому? Хорошо мы, кстати, хорошо мы это... Очистили свой инвентарь. Короче. Ну, как я и говорил, видишь, Сидоровича будет копиться лут. Ну, ладно, мы все равно с вами будем к нему возвращаться постоянно. Частенько, я думаю. Поэтому, там видишь, спецзадание, спецзадание. Вот это спецзадание мы выполним, можно будет, наверное, вернуться, взять еще какое-то спецзадание. Так, журнал, что там по журналу? Окей, идем туда. К военным. Наверное, стоит взять автомат. Вот этот износится, и можно будет использовать тот, который вот, мы взяли в прошлой серии. Так. Он почти, видишь, почти там. Так. Ой, не знаю, правильно ли я лезу, правильно это будет. Но была, не была. Но была, не была. Да что ты там не умираешь-то, ёп. Готов. Так, а сирена вроде не зазвучала, да, поэтому... Оружие на землю. Да, сейчас. Да, сейчас. Ух ты, нихера там народу. Хорошо. Я надеюсь, они там не бесконечные.
готов, хорошо. Бля, какая-нибудь стена была бы. Поближе подобрался. Всем перевернуться, говорит. Готов. Так, хорошо. Не с места, говорю. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ай-яй-яй, спрятаться быстро! Прикрой меня, я тебя урою, говорит. Готов. Шикарно. Так, вон там это снайпер или что это? Давай, умирай, ну. Отлично. Бляха, на дальнее расстояние. Ну, в принципе, нормально. Патронов как бы должно хватить. Куда он исчез? Куда этот убежал? Смотри, там их сколько. Охренеть. Я по ним попадаю, да? Это тот, который на крыше стоял, наверное, скорее всего. Ай, попал. Готов, хорошо. Так. Поэтому-то я попадаю, я могу его убить, нет? Так, ладно, поближе сейчас подбежим. Эти-то умирают, нет? Ну да, вроде зашевелился. Вроде зашевелился, значит я по нему попадаю, значит он может умереть. Нифига себе, прикинь такой. Прикинь такой, да? Охренеть, они там палят. А у меня патроны кончились, кстати. Короче, я все потратил. О, откуда ты взялся? Ты появился-то? Уйди. Где ты? Бляха, какой. Хорошо. Это оттуда прибежал чувак один? Или откуда он там? Хера, они там херачат. Херачат. Так, мне надо, короче, добежать как-то до туда. Бегом. Такими этими перебежками, короче. Надо до туда, до стены добежать. Окей, погнали. Бляха, как громко-то балаболит-то. Фига не тут. Фига не тут. Всем перевернуться. Бросить оружие на землю. Офигеть. Все, прекращайте. Разряжаться они умеют? А! Нормально кинул гранату. Ничего, бывает. Хотел в окно, короче, кинуть гранату. И получилось очень так и забавно. У этих там супер костюм какой-то. Их не пробить будет. Да чтоб тебя, а.
Опа, а где все? Хорошо, ладно. Я хоть вообще попадаю там по нему, нет? Леха. Так, мне надо, короче, как-то попасть туда к ним. Ага, тут не пройти. Надо просто в здание. О, ты видал их сколько там? Я хоть кого-то гранатой там забиваю? На, получи. Смотри, какой живучий. Даже граната не берет. Ну-ка, где ты? Готов. Хорошо, отлично. Так, откуда стреляет? Ай! Хорошо. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Выбежал. Здесь где-то недалеко. Вот он. В голову напихал. В голову. Хорошо. Задрал там тарать пора. Ай-я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 й! Задрал там орать по рации, просто вот на ухо мне, прям вот на ухо. Такие резкие звуки, прям вообще жесть. Так. Они вот здесь в упор ко мне подходят теперь. Лёха! Готов. Просто шлёпс. Так, хорошо. Потом будем лутать, короче. А, блин. Хорошо. Блёха, прикольно. Вот я не понимаю. Ух ты, смотри. Заберем. Не, давай сейчас. Получи, скотина! Ты где? На! Короче, сейчас это. Потом будем лутать. Сейчас всех убьем. Да заткнись ты! Это вот эта штука орет, а? Можно ее как-то отключить, а? Перевернуться. Бляха, убежал. Так, мне надо туда. Мне надо в то здание. Он, наверное, один остался, да? Ты где? Бляха, все в небо куда-то. Вот и все. Вот и все. Нужно как-то выключить тебя. Ой, господи, спасибо. Ой, мои уши. Ой, мои уши. Ой, спасибо. А? Ништяк. Зафигачили, короче, армейский блокпост. Вкусности, наверное, здесь. Ништяк. Друзья, кто-нибудь так делал? Ух ты, смотри, тут сколько всего появилось. Почитаем. Сейчас мы полутаем, потом будем читать. Либо в этой серии, либо в следующей. Так. Опана. Бляха, пусто! Бляха, пусто! О! Другое дело. Так.
Водочку, значит, тут распивали, да? Не чтоб зону защищать, они тут водяру хлещут. Так, конфискация. Конфискация спиртного. Каши, значит, мы попрятали. А водярку с колбаской-то мы любим, да? Вот они, вояки. Так, что тут у нас? А здесь у нас пусто. Хорошо. Бляха, люблю лутать у военных. У них столько вкусностей бывает всяких разных. Если так-то. А если он туда пойду? Так, тебя я лутал? Нет, не лутал. Те трупы я потом полутаю, когда пойду обратно, я думаю. Патрончиков хоть для автомата сейчас наберу. Я надеюсь на это, правда. Какая бронетехника-то, тачки. У них-то по-любому бронетехника целая. Почему нельзя на ней ездить, да? Так, а это простой автомат? Ага. Адреналинчиком балуется тут кто-то. Так, конфискация. Там еще одна банка. Хочу ее конфисковать. Ай, ладно, бог с ним. Так, вот это да. Вот это мы забираем все. Офигеть, офигеть, тут добра. А что, здесь пусто? Это не открыть, да? А это не почитать, да? Окей. И здесь тоже не почитать. Бляха, было бы прикольно, если бы документы можно было читать еще. Так. Тебя я тоже облутаю. Обделенным ты и не останешься. Так-то, если... Если так-то посудить. Так, а схрон я забрал уже, да, получается? Здесь пусто. Радио. Какие-то карты. Вышка. А толчок-то какой современный-то стоит. Просто нанотехнологии. Нано-очко. А, так, я в том был. Идем сюда. Хорошо. С ножом такой бегаю, вообще отчаянный, просто отчаянный. А это казармы. Это у нас казармы. В казармах тоже что-то должно быть. Опа! Хорошечно. Колбаса. Накидали тут, смотри, колбасу просто в тумбочках держат. Пропадет же, завоняет, крысы заведутся, муравьи. Никакой. Телек! Да ну на! Да ну на, телек! И по телеку показывают сталкер. Я первый раз здесь вижу телек. Охренеть! Есть еще. Причем вояк, да? Все, не достанешься ты никому. Опа! Документы с блокпоста. Вот это что-то интересное. Надо будет читануть. Что-то интересное забрал. Прикольно. Так. Какие-то секретики военные. А что если там будет Фу, блях, зачем я сюда... Как мне теперь это развидеть, а? Как мне теперь вытащить глаза? Чтобы этого больше не видеть. И теперь это снится будет. Так, аномальный ящик. Аномальная сова. Слышал, да? Так, 3 патрона. 6 патронов у меня. Надо автомат, кстати, взять. На всякий.
Блин, вроде столько, да, патронов набирал и всего-то ничего, да? 177 всего. Бронетехника точно, да, не сесть. Она по-любому рабочая. А, ну здесь смотри, прокол это, спущенные. Хотел сказать, спущенные штаны, спущенные колеса. Так, ну в принципе здесь я все облутал. И мне в принципе неплохо понравилось. Ну-ка, что будет, если он туда добегу? А вот здесь что? И что интересное? Ни черта нет. Так, окей, а что будет, если я добегу вон туда? Конец игры? Ну да, мне туда не пройти. Это выход, наверное, из зоны. Туда. Туда, там, на большую землю. Ну, так-то, в принципе, смотри. Ничего, в принципе, такого сильного не налутали. Ну, ладно. А, нет, документы забрали. Документы секретные забрали. Это да. Ну, сейчас туда, к Сидоровичу придем. Так. Я еще вот эти трупы не лутал. В принципе, зачем я выбрал автомат, если я сейчас иду по пустоши, и мне нужно от мутантов защищаться. Ну, тот труп я лутал, нет? Нет. Я эти, вот эти трупы я вообще не лутал, по-моему, да? Так, вагон под мостом. Тайники новые сейчас появятся. О, тайников-то, много сейчас появляется новых. Будет чем заняться. Короче, мы с вами чисто тайников кучу понадыбали новых. Они, наверное, тайники эти бесконечные, наверное. 1, 2. Эй, народ! Там, кстати, это... Теперь свободно. Теперь свободно, все ништяк. Так, погоди. Продать мне, в принципе, нечего. Но я сейчас это... В тайник все сброшу. Здорово. Так, тайник. Прикинь, 12 аптечек армейских. Это пипец. Так, вот этих я забираю. Так. Бинты. Да, самый вкусный, короче, тайник, наверное, вот здесь вот. Вот здесь. Потому что в плане аптечек здесь много аптечек. Так, пекаль. Погоди, блин. Тут 3 патрона всего, да? Окей, давай. Вот эти патроны я не буду брать. Хотя у меня в том тайнике есть патроны. Давай я и эти тоже выброшу. Чтобы у меня место было. Бляха. Вот. Граната, кстати, можно забрать. Ну, как улю можно забрать, продам кому-нибудь. Так, 5. Водяры мне столько много не надо. Все, вроде, все по 5. В принципе, все отлично. Распределил. Окей. Распределил. Так, я хотел почитать... Операция Агропрома, отчет, так, найденные КПК, личные заметки, военные документы. Тайник стрелка. Бляха, а какие я военные документы-то сейчас взял?
Где их можно прочитать, а? История. А как можно прочитать эти вторые военные документы, вот эти? Кейс документов сделал от огнеупорного материала. Документы военных, ага. Документы с блокпоста. А как их прочитать-то можно? Или нельзя их прочитать? Справка. Местный фольклор. Фига себе. Так, ну это вот это все мы будем читать уже, наверное, в следующей серии, потому что у меня серия подходит к концу. Вот, наверное, здесь сохранимся, да? А, не, пойдем, короче, туда к костру. Туда к костру, короче, сядем, там душевненько, вот, и закончим. Не за что, говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно. Вот так, короче, мы закончим. Кто знает, как открыть те документы, короче, пишите в комментах. Вот, остальное мы почитаем уже в следующей серии. И в следующей серии мы отправляемся с вами в бар. Вот, в бар, короче, относим документы военных по спецзаданию. Вот. И там уже будем смотреть, что дальше. Короче, в следующей серии наша миссия будет бар. А все-таки накоплю я на свой... Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока. Стоит как-то бывалый сталкер у третьего перекрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища. Ну, он подумал-подумал и вперед двинулся. Думает, что-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у приятелей уточнить, что за фигня такая, кабаки и девки. Все, кому понравилось, еще раз, да, ставим лайки, короче. Все, всем пока. Я уже там говорил, там что-то надо сделать. Все, всем пока.